Тебе подавали железную кружку? Нет, это совковая, это как бы стилизация под совковую кружку. Вот, смотри, смотри. Она на самом деле керамическая. Вообще, знаешь, мне нравится, короче, что сейчас какие-то вещи, которые при неэффективном совке были как бы общеупотребимыми, например, молочные продукты в стеклянных бутылках, сейчас все, боже, какая элитность, авось, сейчас все такие, надо купить шопер. Когда, знаешь, там просто молоко в пирамидках, или когда покупки перевязывали просто картоном, там какой-то грубой веревкой с сургучевой печатью, сейчас, боже, какое хипстерство, то есть как бы совок возвращается, но теперь совок — это что-то доступное только экономической элите.